добрый кризис. Простите за намеренную оговорку, конечно же, добрый вечер, Латвия. С вами, как всегда, по субботам аналитическая программа «Лучше знать» и я, Анна Васильева. Мы подведем итоги уходящей недели, дадим оценку главных событий и попытаемся объяснить, как мы с вами будем жить дальше. А жить мы будем в двойном кризисе. В кризисе ковидном и кризисе ценовом. И это уже ясно каждому. Это пришлось признать даже правительству. И оно сделало то, что не могло сделать полтора месяца. Приняло решение по новым ограничениям волны ковида. Далось ему это мучительно трудно. И мы с вами сегодня оценим итоги этого труда. А пока правительство с мучениями рожало указ о ЧС, простые люди закупались дешевыми бананами, курами и соками в открывшихся немецких магазинах. И судя по действиям властей в борьбе с ростом цен, именно эта немецкая покупация – ее главный рецепт и помощь своему населению. Но есть и хорошая новость для рижан за рулем и вообще для рижан. Появились признаки того, что наша Рижская дума впредь будет осторожнее в экспериментах на живом городе и горожанах. Кажется, реальность смогла доказать энтузиастам из мэрии, что не все велодорожки одинаково полезны. Но обо всем по порядку. Ковидный цугцванг. Может ли быть хуже? Цены и немцы. Спасут ли бананы Латвию? Велообъем года. Скорые победили велики. Ковидный цугцванг. Может ли быть хуже? Уже месяц назад было ясно, что накатывает новая волна ковида и надо что-то решать. Решать быстро и, простите за тавтологию, решать решительно. Но именно это наше правительство сделать оказалось неспособно. Оно напоминало страусов, которые прячут голову в песок. И только когда мягкий и уютный песок стал бетонной плитой, они смогли взглянуть в глаза реальности. И обнаружили себя в цугцванге. Это такое положение на шахматной доске, когда любой ваш ход делает вашу позицию только хуже. Но цугцванг еще называют принуждением к ходу, и оттого нашему правительству ходить таки пришлось. И они походили. Итог. Латвия снова на 3 месяца в состоянии чрезвычайной ситуации и в ковидных ограничениях. Не стану перечислять ограничения. Вы их и так знаете из новостей. Лучше дадим им оценку. Во-первых, ясно, что жителей Латвии поделили на привитых и непривитых жестко и резко. Непривитые оказались в прошлом году на прошлом карантине. Им снова никуда нельзя ходить, кроме как на вакцинацию. К этому кошмару добавился фактический запрет на работу непривитых в ряде отраслей и конкретных профессиях. Вместе с тем, привитые все же остались в дне сегодняшнем и оказались в привилегированном положении. Им везде можно, хотя и снова в масках. Во-вторых, новые ограничения гораздо лучше и мягче прошлогодних. Нет идиотских запретов на продажу носков, трусов и прочей чепухи. Нет полного закрытия торговых центров и непродовольственных магазинов. Нет блокады целых отраслей экономики. Нет комендантского часа. Суммируя, можно оценить новые ограничения как не самый плохой компромисс между необходимостью не дать умереть экономике от простоя, а людям с голоду и желанием вывести страну из ковидного пике. Компромисса между врачами, которые требовали и требуют жестко всех запереть по домам, и прагматиками, которые хотят, чтобы страна работала. Могло быть куда хуже. Но напомню, что кроме того, что наше правительство и страна находятся в цугцванге и хороших ходов нет, мы еще и в цейтноте. У нас не осталось времени на подумать. И это точно вина правительства Каринша. Ведь даже судьбоносное заседание кризисного совета министры попытались сорвать. 6 министров из 14 не могли присутствовать на совете по управлению кризисом. Министр экономики Янис Виттенбрекс срочно укатил в командировку. Его примеру последовала министр внутренних дел Мария Голубева. Туда же улетели глава Минфина Янис Рейерс, министр юстиции Янис Борданс,
Министр среды Артос Томс Плешс также заранее командировался. А министр обороны Артис Пабрикс так и вообще находился в отпуске с прошлой недели. Совет по кризису шел за закрытыми дверями. Мы не знаем, какими словами премьер Каринч отчитывал коллег за прогулы, и не узнаем, в какой форме они напоминали, что во вторник он сам прогулял этот же совет, улетел в командировку. Но поставить оценку правительству мы можем и должны. Высший балл по нерешительности и страусиной политики. Всем ясно, что введи Каринч сотоварищи определенные и мягкие ограничения в середине августа, то нам бы не пришлось встречать Рождество и Новый год в масках и в чрезвычайной ситуации. Цены и немцы. Спасут ли бананы Латвию? Всю неделю торговые сети Латвии била банановая лихорадка. Старые торговые сети пытались выставить цену на них ниже, чем открывшийся в четверг немецкий Lidl. Но это не помогло. Очереди в эту сеть магазинов начали выстраиваться по всей стране. По ним можно было судить о благосостоянии людей в разных регионах Латвии. В Риге собираться народ начал с 7 утра, в Даугавпилсе – 5:30. Итого разница в достатке между этими городами – 1,5 часа. На открытие сети в Риге прибыли министр благосостояния Гатис Эглитис и заместитель председателя Рижской думы Вильнис Кирсис. И они не скрывали своей радости, ведь у министра нет денег, чтобы компенсировать растущие расходы, и все, что он может сделать – это добавить в протпаёк малообеспеченным лишнюю пачку макарон и банку тушенки. А у вице-мэра не хватает на пособие 440 тысяч евро после подорожания тепла в Риге. И Lidl для них чистое спасение. Ведь в первый же день банановой лихорадки покупатели заметили, что их корзина обошлась процентов на 20 дешевле обычной. И учитывая, что это не разовая скидка, а ценовая политика Lidl, то с этим придется считаться и Риме, и Максиме. Если и пойдут они на снижение цен, а куда им деваться, то самым мощным инструментом в борьбе с ценовым кризисом станут бананы и немцы. Так сказать, немецкая покупация. Конечно, в таких ситуациях роста цен правительства и парламенты зачастую идут на снижение НДС на электричество, газ и продукты. Но не наши. У нас налоги – главная государственная скрепа. Их можно только повышать. Так что, тем более, спасибо вам, немцы из Lidl. Велообъем года. Скорые победили велики. Энтузиазм Рижской думы по рисованию велодорожек и установке столбиков к осени поутих. И не потому, что похолодало. Просто пыл экологов у руля Риги был охлажден цифрами, фактами и жесткой реальностью. И вот они цифры. Система GPS, установленная в каждом троллейбусе и автобусе, измеряла время движения по улице Чака, когда велосипедные дорожки были еще в обоих направлениях, а затем измеряла, когда только в одном. В самый загруженный период с 4 часов дня до 7 вечера почти все троллейбусы и автобусы на Чака задерживались в среднем на 25 минут, а иногда даже на 40 минут. Теперь ни одной велодорожки и задержек больше нет. А вот полоса общественного транспорта на Чака работает отлично. Сегодня общественный транспорт работает быстрее, чем когда-либо, даже опережая ситуацию до ремонта на улице Чака, говорит вице-мэр Вилнис Кирсис. Оказывается, с созданием полосы общественного транспорта на улице Чака троллейбусы и автобусы теперь прибывают даже раньше, чем указано в расписании. Рига Сатексма теперь ломает голову, как менять расписание. На выходных велодорожку сотрут и на улице Дунтас. Она там мешает скорой. Когда неотложка вылетает на вызов, ей не очень удобно бояться задавить очередного двухколесного пациента. Это не добавит здоровья никому. И все это, конечно, велообъем. Но к чести Рижской думы, ее новый состав все же прислушивается к мнению рижан. И на него можно влиять цифрами и фактами. Более того, новые городские головы способны исправлять свои ошибки, при этом достаточно оперативно. И это хорошие новости для Риги, ведь это дает столице шанс на то, что впредь дума будет осторожнее в экспериментах и скромнее в своем воплощении фантазий.
Это все, что вам лучше знать о прошлой неделе. Мы надеемся, что ковид и ограничения не вечны, а вот с нашей гостьей мы как раз хотим поговорить о вечном, о красоте. У нас в студии человек, который знает все о том, как сохранить красоту даже в такие непростые времена. Врач-дерматолог, владелица медицинской клиники Кристина Азарян. Не переключайтесь.